Зажигательная песня и платье небесного цвета. Яна Терехова привыкла дарить окружающим радость. В свои 10 мастерица на все руки. Рисует, плетет фенечки, танцует и поет. У юной артистки уже есть свои профессиональные секреты. Не стесняться. Потом, если что-то не получится, то быстро это менять. И не вот так вот, ой, я неправильно что-то сделала. Просто продолжать. Праздники во дворах артисты начали проводить, как только наступила летняя погода. Концерты посвящены двум событиям – Дню защиты детей и юбилею Великой Победы. У нас есть не только дети, но и дети войны, и дети фронта. Мы продолжаем поздравления. Поэтому мы решили, тут еще погода располагает, мы решили проводить эти мероприятия во дворах, поскольку и дети гуляют, и родители задействованы. И летели на зим самураи, под набором старые огня. Они умеют петь о войне и умеют искренне радоваться жизни. Ребята с удовольствием ловили огромные мыльные пузыри. Те, кто однажды побывал на творческом празднике, кочуют из двора во двор вместе с артистами. Мы сегодня второй день пришли смотреть на праздник. Детям очень нравится. Да вообще здорово. Вот с внучкой сегодня пришла с удовольствием. Вот она занимается, и я тоже с удовольствием смотрю. Теперь шутят жители, и на концерты специально ходить не нужно. Прекрасным настроением можно зарядиться в своем дворе. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.